привет! Мы пришли на спортивную площадку, и наше утро началось вот с такой преграды. Я взяла Барни на руки, это получается оттуда, я его так несла. Трава, вот я его взяла на руки, и у него даже по спине вот мы шли, и трава цепляла немножко. Потом такая немножко запыхавшаяся несла этого кабачка. Но тут покосили. Мы молодцы, мы не увидели. И там можно было еще пройти. Скажи, Барни, мы не ищем легких путей. Сегодня на улице 15 градусов. Поэтому решили сходить, что не так жарко. Ну и просто давно тут не были. Барни, пойдешь бегать? Барнюша! Мы же на спортивную площадку пришли. Куда ты побежал? Давно тут не был? Вот, наверное, месяц не были, я думаю. Пойдем скорее бегать. Пойдем скорее бегать. Я еще боялась, что мы придем. Барни настроится побегать, а тут занято. Но нет. Сейчас просто время 11 утра. Поэтому нам повезло. Все уже погуляли. Барничка, заходи. А ты куда мимо пошел? Барни, нам же сюда. Ты что, забыл? Отстегнула Барни, закрыла калитку. Довольный ребенок бегает. Тут хотя бы траву покосили. Пописать это главное, да. Сейчас надо пойти положить поводок и заставить его полазить здесь. Беги к маме. Иди сюда, маленький. Беги, 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 беги. Барнюлька. Пойдем полазишь. Ты пописать сюда пришел? Барни, ну тут грязно, не надо. Пойдем полазишь. Ой, Барни, Барни. Пойдем. Идешь? Пойдем. Давай. Ой, сейчас надо его поднять. Потому что он не дойдет так сам. Поставить. И тогда он пойдет. Да, маленький? Ой, давай, спортсмен мой. Беги, беги, беги. Ай, умничка какой. Барни, хотел, чтобы он попозировал немножко. Давай на вторую беги сам. На вторую, на вторую, на вторую. Давай, давай, давай. Эх, Барни. Опять мы не взяли вкусняшку. Жарко становится. Я так тепло оделась в костюме, в жилетке. Что вчера вечером мы замерзли с Барни. Мы ходили гулять, я его даже одевала в костюм. Чтобы было 14 градусов, не было уже солнца. Только не вздумай пить. Нет, фу. Барни. Конечно, стоит вода, но непонятно, кто пил. И чего ты там застрял? Барни, пойдем полазишь. Интересно, мы давно не были на этой штуке. Я хочу просто посмотреть, потому что в прошлый раз, когда мы когда-то приходили, она была то ли сломана,
то ли гвоздь торчал, что-то мне не понравилось в прошлый раз. Ну не, вроде все нормально. А вот тут единственное, я смотрю. А, просто уже краска слезает с дерева. Барнюш, иди сюда. Надо его заставить на ту штучку сходить. Не испугается, интересно он. Что ты к этой помойке пристал грязной? Фу. Вот у кого мопсы? У вас тоже они лазят по помойкам, если оставляешь пакет в коридоре. Всякую каку ненужную нюхают. Приходится вот так его нести. Что, он же сам не захочет? А заставлять его надо. Потому что ты у меня, Барни, спортивный мопс. Давай, залезай. Давай. Давай, давай, давай. Ну, давай, ты ж ходил. Вот. Ну, иди, я тебя держу. Давай, давай, давай. Ай, какая умничка. Ну, аккуратненько. Аккуратно, 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 аккуратно. Ой, молодец. Молодец, Барнюля. Молодец, бусинка. Молодец. Барни, аккуратно, какая-то собака яму вырыла. Ну, пописай теперь, пописай, можно теперь. Ну что, пойдем дальше гулять? Что мы давно с ним так долго не гуляли, что было жарко. Все как-то у дома, у дома. Я сейчас думаю таким кругом пойти, выйти к дому, где-то там наш дом. Наверное, пойдем. Вовремя мы с Барни ушли. Там женщина пришла. Еще когда мы уходили, пришла женщина с собакой. Так что, Барничка, мы вовремя пришли и ушли. Сейчас, наверное, таким кругом пойдем. Прогуляемся. Вот такие тут заросли. Барни, может, мы зря вообще тут пошли? Просто боюсь насчет клещей, что все-таки заросли большие. А там, когда я вначале шла, когда мы только пришли на площадку, я очень сильно боялась, что меня кто-нибудь за ногу цапнет. Какая-нибудь змея, не знаю, маленькая птичка. Барни, вылезай. Хотел, парни, по променаду там идти. Пойдем, как и пришли. Устал? Сейчас надо будет прийти еще и смотреть. Где там всякие букашек, наверное.